You're on the city beat. You're really looking slick. I think your shoes are sick. Анна, раз ты хочешь быть звездой экрана, пофи, вот познакомьтесь, кто ее еще не знает. Это кошечка, которая чудесным образом попала ко мне домой. Трехцветная, черепаховая, очень симпатичная. Немного нечистая, потому что у меня сейчас генеральная уборка. Покупочки из фикс-прайса. Это пакеты, они огромные. Значит, 160 литров пакетик, 10 штук для генеральной уборки. Я купила по 77 рублей. Давно их искала. Сегодня совершенно спонтанно поехала в фикс-прайс, который, опять же, напротив бывшего апельсина, а теперь супермаркета, вернее, гипермаркета Аллея. И вот пошла, купила, получается, 30 штук. Я буду делать грандиозную зачистку в доме. Как вещей, так и косметики, и обуви. В общем, как бы получилось совершенно спонтанно, получилось совершенно случайно, я надеюсь. И, в общем, вот так вышло. Кому интересно, девочки и мальчики, продолжайте смотреть. Вот такие салфетки с подснежниками в корзинке я купила. Это прямо вот 12 месяцев вторая серия, да, в моей жизни, потому что я как-то ставила 12 месяцев. Если вдруг Женя Сургучев смотрит мой канал, я передаю огромный привет. Вот, ну, в общем, они очень изысканные, стильные. Я решила их купить, потому что я так решила. Вот, они мне очень понравились, можете посмотреть ближе, они, правда, изысканные, стильные, и они очень потрясающие. Опять же, перышко 100 лучших товаров России. Из всех кондиционеров, представленных в Фиксе, эти самые ароматные, пахнут розой, очень нравятся. Я перенюхала там несколько разновидностей и решила взять эти. Если вам интересно, продолжайте оставаться со мной. Я надеюсь, мне этого хватит. Ну, на пару месяцев при экономном расходе. Это совершенно шикарная покупка. Я сделала ее в фикс-прайсе. Это 10 свечек, 3 аромалампы. И скоро я наконец-то сделаю обзор на эфирные масла, которые мне прислал Ирмак. Ссылочку я обязательно оставлю под видео. EF Лаборатория. Они чуть-чуть дороже, чем те, которые продаются в аптеке, но и качественнее, поверьте на слово. Для тех, кто не знает, вот в такую лампу помещается вот такая свечка. Вот сюда наливается масло, и дом начинает через некоторое время благоухать. И дом начинает через некоторое время благоухать. Никаких неприятных запахов, ну, как бы все натуральное почти. Если не считать вот эти продукты горения стеариновые, ну, что делать, мы всегда окружены всякими разными химическими штуками. В общем, две вот таких в одном ключе и вот такой вот слоник. Я думаю, круто, мне очень нравится все это. Продолжайте смотреть и обязательно комментируйте. Вот такая еще замечательная покупка. Вот такие подарочные наборы по 99 рублей. Здесь, я так понимаю, перчатка, шапочка. И вот это, если я не ошибаюсь, растворяться будет в воде, давая восхитительный аромат. В общем, фикс подрос, фикс поднялся. И там можно найти действительно потрясающие приобретения. Это
старо как мир, ватные диски, которые я всегда приобретаю в Фиксе, когда там бываю, потому что они намного выгоднее, чем те, которые в магазинах. Диски нам нужны повседневно, постоянно, для того, чтобы стереть лак с ногтей, протереть лицо лосьоном, тоником или просто убрать излишки крема. В общем, это то, что всегда под рукой. И это то, что мне реально очень-очень нравится. Это повторные покупки, липкий ролик, набор расчесок, сеточки в ванну и средства для мытья посуды, которые там продаются всего по 17 рублей. А теперь поехали дальше. Кстати, вот этими расческами я всегда пользовалась и на работе, и в быту. Здесь вот вы видите формы, которые представлены. Это расческа с такой длинной ручкой, с двойным хвостиком, почаще, пореже. И вот такая. В общем, очень классные, я советую. Хватает их надолго, они не такого прям плохого качества. Как принято думать, что в Фиксе пофьюшенька участвует, моя зайка. Пришла проверять, что тут к чему. Ну, в общем, поехали дальше. Сейчас в Фикси появилась новая серия, она называется «Репейное масло, шампунь и бальзам». Вот так вот всего, ничего там стоит, я правда не знаю, Пафи опять носится здесь как слон. Сейчас она точит когти, но, к сожалению, не афикспрайсовскую когтеточку, а точит когти. А ту когтеточку, которую я купила в другом месте, она, наверное, равна по цене 5 или 6 фикс-прайсовских когтеточек. Вот она. Она большая. Ну, а мы поехали дальше. Это полотенца бумажные. Я считаю, что они многофункциональные. Я сушу на них кисти, протираю руки. Все покупки, которые вы видели, я купила за стоимость 1415 рублей. 40 копеек. С вами была Ольга Швец. Всем всего хорошего. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец. Вот такое еще одно средство для мытья посуды я купила, но я буду не обязательно его пользовать в плане посуды. И вот такие классные там сейчас, я попытаюсь максимально наехать, всякие разные штучки. Притягивает достаток, хранит добро, мышка на монетке. Надпись тут присутствует, корнукопия какая-то. Камушки, в общем, очень стильно, их там много. Это напротив апельсина, он же аллея. Поехали дальше, девочки и мальчики, у меня еще много интересного. Период, когда я пользовалась только бальзамом для мытья волос, закончился. Я могу сказать, что волосы себя чувствуют прекрасно, так же, как и кожа головы. Ну, я решила взять, потому что сейчас хочу поделать прически. Тем более, давно планировала. И я купила это в гипермаркете «Аллея». Это бывший апельсин напротив посудоцентра в городе Ангарске. Пафи заявляет о своем присутствии, переворачивает. Пафи заявляет о своем присутствии, переворачивает полдома. Как обычно, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец. Your shoes are sick.